Давайте я вам заодно покажу, как я вяжу, какой я вяжу узел. То есть продеваем карабинчик, застежечку, делаем петлю. Перехватываем петлю, где основная леска, двумя пальчиками. Этой рукой мы тоже держим наш карабин и начинаем обматывать. Шесть раз, пять раз. Получили вот такую петельку и продеваем вот сюда, с любой стороны, с этой стороны, с этой, без разницы, продеваем наш конечек плетенки. Предварительно надо смочить. Вот такой узел выдерживает сумасшедшие нагрузки.